Традиционно в начале выпуска деловых новостей цифра дня. 254 столько компаний в стране занимаются незаконной финансовой деятельностью. Больше половины выдают займы без лицензии Центрального банка. По стране нарушения обнаружены в 39 регионах, сообщает Интерфакс. В студии Борис Киргинеков. Здравствуйте. Сейчас вы узнаете о последних событиях из мира экономики, финансов и бизнеса. Правительство страны пошло навстречу малому бизнесу. Министерство экономики согласилось не индексировать единый налог на вмененный доход. Напомню, власти собирались с нового года повысить налог на 16%. Это было бы рекордом. Без повышения налога бюджеты муниципалитетов недосчитаются порядка 10 миллиардов рублей. По словам чиновников, эти потери незначительные. Регионы компенсируют их дополнительной налоговой базой. Цены на подземную парковку в Новосибирске снизились, а вот приобрести собственный гараж стало дороже, пишет информационный портал «Деловой квартал». К такому выводу пришли аналитики сайта n1.ru и НГС «Недвижимость». Чтобы приобрести капитальный гараж в мегаполисе, сейчас нужно потратить 518 тысяч рублей. Аренда, наоборот, подешевела на 20%. В среднем в месяц гараж обойдется в 5700 рублей. По подсчетам специалистов, при таких ценах гараж окупит себя за год на 13%. На подземные парковки расценки следующие. Приобретение теплого местечка обойдется в 638 тысяч. Год назад эта сумма была выше на 100 тысяч рублей. Аренда колеблется в районе 5000 рублей. Парковочное место, если сдавать его в аренду, окупит себя на 9,5% в год. Нет средств, долой с рынка. Власти потребуют от застройщиков повысить размер собственного капитала, сообщает РБК. Минстрой хочет, чтобы своих денег у строительной фирмы было не меньше 5% от предполагаемой выручки по проекту. Это может привести к уходу с рынка небольших игроков и росту цен на недвижимость, считают застройщики. Но что конкретно будут понимать под собственным капиталом в поправках Минстроя, пока не ясно. Помимо уставного капитала, это могут быть и денежные средства, а также любые другие активы, например, техника или ценные бумаги. Экономическая ситуация в стране ударила практически по всем сегментам рынка. Однако стекольный бизнес развивается. Крупнейший в Сибири завод стекольного производства собирается привлечь инвестиции на 600 миллионов рублей. В рубрике «Комментарии эксперта» генерального директора компании Игоря Диденко. И отрадно то, что сегодня мы посмотрели, что в очередной раз запущена очередная печь, что созданы новые рабочие места, что увеличивается выпуск востребованной в регионе продукции. И мы видели, сколько потребителей завода «Экран» сегодня здесь. Это производители продуктов питания и напитков практически со всего Сибирского федерального округа и Республики Казахстан, что немаловажно, потому что это как раз экспорт, это доходы бюджета. И я считаю, что «Экран» находится на верном, правильном пути. И, в принципе, среди промышленности города на него можно равняться, потому что это и есть та составляющая, которая отражается на полках наших магазинов. Если вспоминать то, с чего вы начали про политику, то, конечно, покупательная способность наших граждан важна в первую очередь. Поэтому то, что делает «Экран», это очень правильно. Реальный размер пенсии новосибирцев упал на 2,5%, сообщает «Новосибирскстат». Средний размер пенсии равен 11 800 рублям. В 2014 году эта цифра была на 11% меньше. Но, несмотря на это, реальные выплаты сократились. По данным Пенсионного фонда России, в Новосибирской области стоят на учете почти 800 тысяч пенсионеров. Больше 80% из них получают страховые пенсии, размер которых сейчас составляет больше 12 тысяч рублей. Новосибирская область попала в тройку регионов с наибольшим падением розничной торговли. К таким результатам пришло аналитическое издание retailer.ru. Специалисты изучили динамику оборота в 85 российских регионах. Аналитики пришли к выводу, что наибольшее падение произошло в регионах с максимальной долей сетей в рознице. Так, за этот год оборот в Новосибирской области просел почти на 17%. Хуже, по данным аналитиков, ситуация в розничной торговле только в Карачаево-Черкесской и Самарской области. И в рубрике «Цитата дня» сегодня слова министра экономического развития Алексея Улюкаева. Начиная с 2016 года, Минэкономразвитие рассчитывает на восстановление экономического роста в России. Цитата. «Мы где-то со второго квартала должны выйти на плюсовые показатели. Это связано с восстановлением потребительского спроса и с тем, что будут восстанавливаться материальные запасы в экономике». Конец цитаты. К этому часу у меня все. Оставайтесь на канале ОТС и следите за последними новостями. У нас все только самое интересное. До встречи.